Строительство – дело хлопотное, с массой приятных и неприятных сюрпризов. И об этом, как никто другой, знает житель поселка Красный Октябрь Андрей Евтеев. Разбирая крышу пристройки, мужчина обнаружил таинственный деревянный ящик. Вот это вот место, оно было завернуто. Вот туда вот так. Я начал опускать, осыпался керамзин. Ну, палочки разгреб и обнаружил коробочку. Осознав опасность находки и возможные последствия, Андрей сразу же позвонил местному участковому и правильно сделал. У нас открывали, смотрим, там пистолет, патроны. Посмотрели, естественно, что такое. Сразу позвонили участковому вам. Коробка с сюрпризом была направлена на экспертизу. Причем уже по газетной обертке можно было историю изучать. А тут еще 4 магазина, патроны и главный экспонат – пистолет марки «Парабеллум». В МВД Саратовского района в экспертно-криминалистическое подразделение поступил пистолет «Парабеллум» образца 1910 года. Данный пистолет в отличном состоянии, без следов коррозии, пригоден для стрельбы. Гражданин, сдавший оружие, благодаря своей сознательности, не только благополучно и на законных основаниях избежит уголовной ответственности, но и получит денежное вознаграждение за находку. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.